Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. По-моему, ничего не изменилось. Где твои глаза, смертная? Узри! Кухонный кран подкрутили. А прежде вода капала, как бы сильно я ни закручивал. Теперь починили! Починили! Размяться и заняться легкой работой. Всего-то нужно грядки прополоть. Сара, ты еще живой? Помер, походу. Ася! Ау, Ася! Ого, вот от него я такого не ожидал. Мао, простите. Что мы с этими девушками? Разве Алас Рамос, это не имя девочки, которую вы у себя приютили? Мама, тут папа! Папа? Мама? Саки, знаю, невежливо просить о подобном сразу после знакомства, тем более после такого неловкого разговора, но... Госпожа Юса? Могу я попросить вас нанять на работу вместе с ребятами и Мао, и нас, Сузуна? Я выросла на пшеничной ферме. Думаю, от меня даже больше толку будет, чем от них. Долго дрыхнуть будете? Эми? Откуда тебя черт принес? Ты вчера все прослушал? С сегодняшнего дня я буду работать с вами. Это я слышал. Ну зачем ты приперлась нас будить? Да еще и в такую рань, сейчас 4:30. Ну так лето на дворе. В деревне это норма. Живо встали и собрались. С добрым утречком. Давайте уже, скорее садитесь за стол. А ты чего на кухне забыла? С каких пор тут хозяйничаешь? А где Ханзо? Еще на футоне. Жизнью рискует. Сегодня делимся на две команды. Мы не с вами. Она помогает готовить ужин. Серьезно? Она как раз нож точила, когда ты с лестницы спустился. Словно баба-яга какая-то. Услышит тебя, точно в печку посадит. Обязательно ей расскажу. И тогда, Мао, об ужине можешь забыть. Папе не дадут ужин! Только не это! Прости, что я так назвал, больше не буду! Хитоши, сынок, успокойся, пожалуйста. Said to lose my life, not afraid to die. Said to make you cry, said to put a price.